Прожить целый век. Одесситка Антонина Соболева отметила сегодня столетний юбилей. Ее муж с 1957 по 1979 годы был первым капитаном парохода «Адмирал Нахимов». Сегодня с самого утра телефон семьи разрывался от телефонных звонков и поздравлений. Очень я тронута. Таким вниманием поздравляют меня, помнят. Мне это очень приятно, конечно. Особенно в таком же возрасте, что тебя помнят и знают. Поздравил именинницу и его семью также народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он передал поздравления по телефону. Добрый день, поздравляю Антонину Антоновну. Разрешите от имени Сергея Васильевича Кивалова поздравить вас с таким юбилеем. Вот Сергей Васильевич хочет вам даже пару слов сказать. Самые искренние поздравления с днем рождения. Чтобы вы были здоровы. Чтобы, Антонина Антоновна, чтобы у вас все в жизни было хорошо. Огромное количество звонков, вот, и от ветеранских организаций, и вот от Сергея Васильевича Кивалова был звонок. Вот, я даже записала его на свой мобильный телефон, на память. Вот, огромная благодарность всем-всем, кто поздравляет, всем тем, кто помнит бабушку в этот день. 100 лет, это, наверное, тяжело до этого возраста дожить. Вот. И, конечно, огромная благодарность Сергею Васильевичу и за подарки, и за оказанное внимание.